Итак, всем привет! Я вас приветствую. Сегодня я вам покажу, как работаю, с кем работаю, что делаю, где ездим, как ездим. Все будет очень интересно, очень красиво. Так что приготовьтесь смотреть этот фильм. С обратной резьбой. Мы прибыли в одно интереснейшее место, где называется Итри, Бейт-Итри. Там наверху раскопки всякие, вон там, там замок старинный, вон там развалины. Так не видно, но можно увидеть. Это вот мои Хусейн Сулейман. Вон он. И еще один профессор. И начнем. Я не знаю, как это же на русском. Нефилим, то есть делить улей на две части. Одну матку. Ну, мягко скажем. Умертвить, а потом новые подсадить на два улья. То есть из вот 40 ульев будет 80. Потом выживут где-то 60. Ну, на этом и закончится весь этот процесс. Но хочу вам показать это все вблизи, как оно выглядит. Вот. Сейчас. Чуть-чуть прозевал. Вот. Вот вынимает рамку. И ищет матку. Это вот наш весь процесс найти матку. Вот, я ее покажу. Сам процесс умерщвления не буду показывать для гуманности. Не все зрители поймут. Присоединился еще один у нас.
Тендеротефой. Лара это. Зе. А, ины. О. Вот она. Ну, в целях гуманности не будем показывать, как она уйдет в мир иной, но она свою работу сделала. Все. Все. Четыре рамки здесь остаются. О. Вот она. Ну все. Прощай, маленькая. Ну, да. И теперь вот сам процесс, как делится, чтобы пасечники других стран смотрели, как в Израиле. Это все. Вот. Вот четыре рамки. Яйца, детки. Я уже не знаю на русском, как это называется, но у нас по-другому. А вот другой улей, в который отсаживают еще половину пчел. Вот. Его закрывает. Вот. Мед. Рамки с медом забираются лишние, чтобы не было. И... Вот. Все грузится на машину и увозим в другое место. Сейчас он нам наполняет сахаром, водой. Такую кормушка. Вот. Ставит туда, чтобы не было шока у пчел. Это верхняя кормушка тоже есть, но это потом. Сейчас вот этот процесс закончился. И так 40 ульев будут сегодня работа. Вот они все. То вон ниже улья с камнями, это уже привезенные с другого места, тоже половинки. Это вот пока сегодня на этом он закончит, пойду я работать, а то они работают, а я гуляю. Все для вас. Все, дальше увидимся в другом месте. Может, покажу сегодня другое место. Пока. Так вот, показываю, что я тоже работаю. Не сижу у моих бедных тружеников на шее. Вот, ковыряюсь в чем-то. Не, в улье. В улье я ковыряюсь, но не подумайте ничего. Ищу матку. Вроде бы должна быть. Но посмотрим, есть или нет. Сейчас. А, во, вот она. Вот она. Красавица. Вон. Жалко ее, конечно, но что деваться. Вот она, типа, пшик, больше нету. Дальше.
будут уже делить всю эту кухню пополам, а я пойду водички дам. Посмотрим, как они пить будут. Итак, вот, набрали водички с сахаром. Не подумайте, что одной водой кормим. Сахар тоже даем для этого. Вот. Все закрыли. Сейчас другую. Ну и так все по порядку, все как всегда. Одно. Закончили. Начинаем другое. Сейчас покажу матку еще раз вблизи. Одну. Посмотрите на нее. И увидите, как вот он, маленький ребятеночек, уходит в небытие. Так, на этом это место закончили. А, Хусейн своей жене звонит, докладывает, что закончил работу. Вот. А мы поехали. Выкинем. Эту порцию. И заедем за другой. Так, дальше поехали. Покажу вам немножко дороги, по которым приходится ехать. Ну вот. Это вот место называется Бейт-Идри. Старинные здесь ихние замки всяких иродов. И вот там замок, он наверху разрушенный. Это полицейские лежачие бамс даже где-то в лесу, и то, блин, чтобы не разгонялись. О, туристы в Бейт-Идри приехали, вон там она находится. Просто велосипедист. О.
чуть ближе к месту, включу опять. Ну так, мы подъезжаем, вон еще одно местечко, пустое, чистое, но наше. Вот. Все вам покажу. Дальше процесс. И вот. Те улья, которые наполнены сейчас второй половинкой, улья, где поделили, плюс бочки с водой поставить обязательно. У нас сейчас 27-26, а летом тут катастрофа. Люди не смогут без бочек, без воды, вернее, не без бочек. А тут пчелы. Вот им где-то 600 литров надо отдать. Итак, вон бассейн вставляет водичку, она. Потом вот это вот, вот такое растение, на нем вода не пропадает, и пчелы садятся. Теперь будем разгружать. Ой. И ставить четвертыми такими, чтобы на мештах, ну, такой железный поддон потом будет, и по 4 штуки. Вот это вот пока выгружается здесь, сейчас покажу, что выгружается и там, с той стороны. Это вот по пути. Покажу прелести. Такие горы. Местность такая. Это недалеко от Хеврона. Если израильтяне, они знают. А иностранные жители слышали слово Хеврон. Арабы называют по-другому его. Мы не арабы. Так что вот. Ну, пока этот процесс все показал. Вот как достают, как это. Потом покажу еще одну процедуру. Вот, как обещал, сейчас еще один процесс. Улья-то закрытые. Мы перевозим. Они вот открывают, и потом и сейчас мне пора бежать, потому что я маску не надел. А пчелы злые сейчас, потому что их мы покатали бесплатно. И вот.
я получу по всей программе, если не зайду. Думаю, ну вот и все, вот такой процесс.